Центрального университета проходит чемпионат по современным танцам первенства Центрального региона. Принимают участие в этих соревнованиях 6 областей. Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, ну и другие области. Дети соревнуются по таким дисциплинам, как хип-хоп, диско, техно, хаус, джаз-фанк. Всем привет, меня зовут Алексей Калачев. Здесь на самом деле очень круто, только что отсудил деток, очень удивил уровень очень маленьких детишек, по 4-5 лет, действительно удивлен. Я желаю им развития танцевального, чтобы у них все получилось, чтобы их можно было увидеть лет через 15-20 уже настоящими чемпионами, настоящими профессионалами. Специально для портала U-Dance Алексей Калачев с места проведения фестиваля первенства Центрального региона. января 2012 года проходит 6-й международный фестиваль искусств «Столиця запрошує». В этом году у нас представлены отделения хореографии и вокала. Хочется отметить, что в этом году у нас фестиваль проходит под патронатом Державной службы семьи и молоді України. Также очень приятно, что смогли приехать к нам коллективы из города Санкт-Петербург, из города Москвы, из города Кишинева. Фестиваль проходит по правилам Ассоциации современного и эстрадного танца Украины. Главными судьями фестиваля работают Гладыш Александр, президент организации Ассоциации современного эстрадного танца Украины, и Сергей Павличенко. Хочется выразить благодарность нашим руководителям коллективов. Благодаря их работе, их труду, дети приезжают к нам на мероприятия, показывают свое мастерство, показывают свой рост. Есть коллективы, которые посещают нас уже неоднократно. У них сложилась уже традиция приезжать на наше мероприятие.